сегодня я гребу в проруби, и мы вот сделали вот такую полынью. В принципе, нам для этого понадобилось всего 3 часа, чтобы ее сделать. И мы с моим папой выкопали вот такой вот проруби. Здесь можно тренироваться. На самом деле, я привязался к дереву, и из чистого вида сделали костры. И вот эти костры горят, вот один сзади, один спереди. Можно тренироваться, и если замерз, пошел, погрелся. Руки замерзают быстро, потому что сейчас минус. Ну, а вылезать мы сейчас посмотрим, как. То есть я беру сапог. Здесь живые лодки. Одеваю и выхожу. Вот такая ты способна. Держит лодку. Подписывайтесь на канал Спорт, комментируйте, ставьте лайки.